эти стороны! Основание на чем вы не пускаете? Какой закон не пускает? В чем дело? Что это такое? А вас Европа и так уже знает, что вы бандиты все собрались. Бандитские ваши выходки уже все знают. Кому служите, Плохотнюку? Вы кому приседали? Народу или Плохотнюку? Кто вас старше? Вы не исполняете незаконные приказы. Вам завтра скажут расстреливать людей, вы что, тогда Украине убили, расстреливать будете нас, идиоты? Да, они приказ будут стрелять. Вас не включили, вас не включили, будут судить по родным трибуналам, блядь, из Плохотнюка, на пару. Ребята, скоро власть поменяется, думайте об этом тоже. Какое вы имеете право не пускать свидетелей на суд? Это что за судилище такое? Противозаконное, плохотниковское? Я вам сказать нет! Так, тихо! Я вам звоните полицию! Все, пусть расскажут, пусть они дадут! Рушине! 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 Мафиозникам форма! Полицейский позор! Мафиозники! Нет родителей, вой навет мамы, навет сурой, навет ник, вой аспердут дед, мэй, аспердут совести, диски дисфец, или вой потерянный, вбивай во кумпарат. Вот я сюда иду, мне за что суду князь, где ты собошишь, а суде ты вообще ощущение. Они закрылись, чтобы их не видели. Потом, когда народ встанет, их на Коля будет сажать, тогда они будут знать, что. Да не, вырежь. А почему не разрешают? Где? Какой... А почему не разрешают? Потому что вот они так постановили, так им дали указания. Мирный протест обычный. Палатки были сметены за 15 минут. Нет, вам походите, товарищ. А почему у нас дома не пристрелили? А мы сразу, А здесь палатки еще на... Еще по-русски. Еще по-русски. Все уже работают, все телевидения показывают, все же шикарно, никто их не трогает, палатки стоят, не знаю, что надо. Не пустите ее, пожалуйста. Мужичок,